Иванов не просто полицейский, он давно занимается профессиональным спортом – дзюдо. И имеет не одну награду. Молодой человек – мастер спорта международного класса, член сборной России, действующий обладатель Кубка России, призер Кубка мира в Марокко 2016 года, призер Кубка Европы в Испании 2012 года, бронзовый призер чемпионата МВД России в 2017 году в Казани. И вот на Всемирных играх полицейских и пожарных 2017 Филипп стал золотым медалистом по дзюдо и грэпплингу. Это такой вид спортивного единоборства, который совмещает в себе разные борцовские дисциплины. Сам чемпион говорит, ехал на соревнования только побеждать. Прилетев в Красноярск, наш дзюдоист, несмотря на воскресный день и дождливую погоду, не остался сидеть дома. Он отправился практически сразу на тренировку в любимый спортивный клуб, где его, к слову, уже ждали юные дзюдоисты. Фитнес-центр «Да Винчи». Филипп приезжает регулярно уже не один год. Именно здесь он тренируется и готовится к очередной победе. Поэтому, когда титулованного спортсмена попросили показать мальчишкам клуба «Мини» мастер-класс, он согласился сразу же. Филипп считает, что любовь к спорту нужно прививать с детства. И здесь на родителях лежит большая ответственность. Я бы хотел сказать их родителям, чтобы, несмотря на поведение ребенка, а дети у нас, как правило, очень нестабильные. Сегодня они хотят заниматься, завтра им что-то не понравилось, они не хотят. Нужно в какой-то степени вот чуть-чуть надавить, учитывая тех людей, которые здесь тренируют. Они еще меня тренировали, я знаю через себя, как это было пройдено, что ну, детям здесь будет комфортно. Они просто найдут, когда они будут видеть, что вот здесь приходят люди, что они побеждают, что это реально, что там никто ничем не отличается, у них нет четырех рук там, или они сверх какие-то мощные, сильные. Они просто сами будут к этому стремиться, и я думаю, ни одного чемпиона еще до ничего растет. Специально для ребят Филипп продемонстрировал несколько спаррингов. Получилось зрелищно. И мальчишки, хоть и в меру своего возраста и опыта, но оценили мастерство чемпиона по достоинству. Наш штат профессиональных спортсменов позволяет разрабатывать методики подготовки, включающие в себя не только классические тренировки дзюдоистов, но также и методики из гимнастики. Специальные методики физической подготовки для единоборств. Наша команда, это все мы вместе росли, все наши тренера, мы готовы вкладывать, развивать детей. Очень много проводим межклубных соревнований, внутриклубных, ну и городских. Заниматься в клубе можно с 4 лет. К изучению техник дзюдо, конечно, мальчишки приступят не раньше 8. Но, как уверяют именитые спортсмены, мужской характер и дисциплинированность нужно постигать с самых ранних лет. И тогда впереди точно не одна золотая медаль. Дина Володина, Денис Тимошенко. Новости.